Объедаться опять пришли. Этот покажу ресторан, необычный такой. Black Bear называется. Вот такое меню. Какая-то непонятная газетка. Чё к чему? Ненавижу такое. Ну что делать? Смотрите, какой дизайн у него. Все вот в таком стиле. Лес. И эти, как их? Господи, медведи. Вот видите, все в таком стиле. Здесь стойка такая интересная. С таким медведем. Стулья такие, видите, необычные. Сват заказала. Я сегодня так плохо ночью спала. Это кошмар. Вчера опять наелась вкуснятины-то. Не могу себя ограничить вообще. Вот прихожу в ресторан, я не могу там заказывать какую-то ерунду. Ну, например, салат. Там столько вкуснятина. Я что, буду листья эти жевать? Я, естественно, заказываю нормальную еду. И я вообще сегодня полночи не спала. Ну, у меня переизбыток еды, потому что... Thank you. Посмотрите, какие красивые цветы с двух сторон оранжевого цвета. Только в одном месте мы такое увидели. Горы вот эти. Все, восхищаюсь, еду. Действительно, очень красиво, очень могущественно. И они огромные. Как нереальность какая-то. Очень странные поезда здесь ходят. Товарники. Посмотрите, грузы как везут. Вот эти контейнеры. Два ряда стоят. Приехали на новое место. Здесь оно вообще новое, и строительство новое, и как-то вокруг особо ничего нету, я имею в виду домов, магазинов. Новые здесь комьюнити, такие красивые. Да, Рику вообще не нравится. Что гор тут нету, холмов. Ему страшно тут кажется, некрасиво. А так нет, ничего, я смотрю, нормально. Новые домики такие, видите, с крышами. Смотрите, какие горы красивые. Вообще, тоже неплохо. Слушайте, но тоже очень красиво. В общем, это так сложно выбирать что-то. Везде красота, абсолютно везде. Мне так почему-то все напоминает Грецию. Вот эти вот огромные холмы. Вот так вот расположенные 55+. Для пенсионеров комьюнити. Смотрите, как красиво. Шикарно просто. Вообще, конечно, когда уже с этим вопросом сталкиваешься, обалдеваешь. Как тут все делают для людей классно. Вот это вот для пенсионеров, которые уже просто хотят жить и наслаждаться жизнью. Немножко вам покажу, как вообще эти комьюнити выглядят внутри. Это как огромные города, гораздо больше, чем вот наша деревня, где мы сейчас живем. Особенно вот такие новые комьюнити, их очень много в Аризоне. И посмотрите, какое качество дорог, как дома какие новые, все как ухожено. Посмотрите, вроде бы нету много зелени, а настолько все классно сделано, аккуратненько. Дома все новые, и у них у всех одинаковые крыши, потому что когда мы заезжали, ну такой красный, красная черепица, и это сразу бросается в глаза. Дома также все абсолютно разные конфигурации, индивидуальный какой-то проект у каждого дома. Конечно, тут не у всех домов есть красивая вью, обзор красивый, поэтому нужно ходить, выбирать. И смотреть. Как-то не хочется брать дом без красивого обзора. Вот прямо я себе представляю с чашечкой кофе выйти на террасу,
пить кофе и наслаждаться вот этим видом гор. Вот представляете, как это красиво? Облака, горы, зелень. Кстати, вот на этих горах очень много всяких тропинок для хождения. Ну, вот как хайкинг. Вот как мы ходили с Риком по горам, здесь также огромное количество вот этих трейлов. Когда смотришь на эти горы, даже трудно представить, что там вообще что-то есть облагорожено для человека. Но вот это такая особенность Америки. Смотришь, ничего не видно, заходишь вовнутрь, а там обалдеешь от того, как все устроено классно. От этого комьюнити где-то 25-30 минут для того, чтобы доехать до магазинов, которые меня интересуют. Это не так уж далеко, там недалеко. Ну как, час, по-моему, или полтора ехать до крупных городов. Это такие как Тюсон, не знаю, до Финикса сколько. Ну, в общем-то, вы знаете, в Америке, куда бы ты ни приехал, везде цивилизация. Нету такого, чтобы ты приехал и там в радиусе 30 минут ничего не было. Такого не бывает. Так, жарище тут жуткое. Жуткое просто. Вот обсматриваю кактусы. Тут каких только разновидностей нету. Знаете, кажется, вот эти иголки такие мягкие, мягкие, а на самом деле острющие. Жесткие. Вот такие вот. Жесткие. Надо же, вот на такой кактус, если упадешь, то все, конец. Конец тебе будет. Вот с таким сфоткалась. Знаете, хотели с большими нафоткаться, я вернее. Но они все на личной территории. А по тракту остановить машину сложно, ну потому что нельзя. Вот эти вот красавцы, видите, стоят. Не дай бог это запнуться и упасть на него. Ой, страшно даже трогать-то. Он вообще, представляете, он даже не гнется. Обалдеть. Слышите звук? Как пластмасс какой-то. Как пластиковый. Это да. Кактусовая сторона. Здесь. Вот привез меня муж на кактусовую сторону. Вот тут будем жить. Жара здесь. Не сравнить с тем местом, где мы были. Там 5000 метров над уровнем земли. Там 5000 метров вверх, где нам понравилось. Но здесь, конечно, дома красивенькие. Все новенькие. Но когда зима, здесь тоже классно. Видите, тут летом только очень жарко. Поэтому можно и там купить дома, апартменты и гоняться за погодой. Так, конечно, шикарный комплекс. Просто. И вот если продать дом нам в Калифорнии, то здесь просто замок можно купить с бассейном, с видом.